Look, people, we only get one shot at this. This is Borderlands 2, not some amateur play like that time I played the lead role in Agnes of God in middle school. That's a heartwarming tale of parenting and sacrifice and stuff about nuns. Ah, it feels so good to be back. You call that a cup of reverse homogenized non-fat Boca Berry semi-cola? Tell me that's not a real thing one more time. You can say it with your tiny speaker mouth that it's not a real thing. Ah! What was I saying? Oh yeah, so this production is much bigger than the last one. We're exploring much more of Pandora, really opening it up. This is your big scene. This, Scooter, my man, is your big moment. Okay, man, let's do this. All right, buddy, I need you to reach down into your gut and pull out some amazing acting. Acting so good the world hasn't seen since Entourage. Ha! Let's run a cold, man, and see where the emotion takes me, y'all. You ready? Let's play the Ryan, brother. Woo! Action! You want to be on top? You want to be the director everyone talks about? It's all about sacrifice, commitment to your craft, and occasionally hitting people with a 16-ton bus. When the accolades start rolling in, I mean, when I hear people asking for new, interesting, and challenging artistic endeavors, I think they're really asking for sequels. Lots of them. And spin-offs. Tiny Tina's Tea Party of Blood. I Smell a Political Thriller. Roland's Best Dance Crew. I mean, these ideas, they just come to me. Sorry, I gotta take this. Talk to me. Uh-huh. Yep, loud and clear. That's an interesting note. I'll run it by the guys. Yeah? Uh-huh. Mm-hmm. You too. Bye. What were we talking about? What'd they say? Oh, that! That phone call just now? Yeah, I totally just got fired. F*** this. I'm going to Italy. Приветствую всех, девочки и мальчики, дяди и тети, кто это смотрит. Мы начинаем с вами инфоблог от 11 ноября 2012 года. Но сначала надо с вами поговорить о какой-нибудь теме недели. Точнее, теме двух недель. Я думаю, что самая громкая тема этих двух недель это... подробная информация относительно той информации, которая уже была известна о GTA 5. Поэтому, если кто-то уже слышал, что будет в GTA 5, то может вот эту вот часть пропустить. Внизу есть таймлайн. Кстати, аннотации тоже не забывайте включать, если они у вас выключены. И переместиться в другую часть видео, которая его больше всего интересует. А мы поговорим с теми, кто не знает о GTA 5 и интересуется, собственно говоря, что будет в GTA 5. Собственно, самое главное нововведение в этой игре, хотя нет, надо начать издалека. Ну, понятно то, что как бы действие происходит в Лос-Сантосе, то, что как бы новый герой, но на самом деле новых героев будет целых три. И они все будут разные, у них будут разные характеры, у них будут разные там семейные положения и прочее. Например, один из них живет в неком подобии, Беверли Хиллз. У него там есть дочь, которая только что и делает, что танцует под Just Dance, там какой-нибудь, и говорит, что это тренировки. А у него есть жена, которая пытается пробиться на кастинг, но на самом деле нихера в этом не понимает и прожигает деньги этого мужика. Она у него берет тачку, говорит, что, мол, я поехала, там все бла-бла-бла. А он говорит, ну, может быть, сегодня у меня будет праздник, когда эта машина разобьется и еще что-то типа того. Садится на велосипед и едет, то есть велосипеды вернутся. А затем игрок нажимает просто кнопочку перехода к другому персонажу, камера взлетает вверх, как в Google Earth, переходит к следующему персонажу, а этот персонаж на самом деле сидит на каком-то унитазе, мучается запорами и говорит, что это самый худший день в его жизни. Потом выбегает с унитаза, садится в какой-то там в грузовик, подъезжает на какую-то улицу, обливает
грузовик бензином и жжет над этим. А другой персонаж, третий персонаж, к нему та же перемещается камера. Он едет на задание, у него есть задание добыть одну из машин. То есть вот три разных персонажа, они по-разному выглядят. То есть один из них это как бы психопат полный, как Линч, да, из Кейна Линча. А другой это такой, знаете, некое подобие неудачника Томми Версетти. А третий это просто человек, который... Ну вот из низа общества такой вот, который работает, ну, который является представителем шпаны. И вот эти вот три персонажа, они в принципе объединены друг с другом одинаковой историей. То есть разработчики из Rockstar Games хотят предложить нам посмотреть на одну и ту же историю, только с трех точек зрения. И что самое удивительное, между тремя этими персонажами может переключаться в любое время вне миссий. Ну и как это выглядит? То есть, допустим, играете вы за одного персонажа, вам надоело, вы переместились в голову другого. И начинаете играть. Но остальные два персонажа, они в этот момент не бездействуют. Они тоже двигаются, они совершают какие-то действия. И когда вы переместитесь к ним в следующий раз, они могут, допустим, не знаю, смотреть телевизор. Или там убивать кого-то вообще. Или с кем-то драться и прочее. То есть они, как бы, Rockstar Games, они придумали еще и искусственный интеллект для вот этих главных героев. Что вообще невероятно круто. А как это происходит в миссиях? То есть, вот была описана демо-миссия. И каким образом она проходила? Один человек сидит на вертолете, соответственно. Другой спускается по крыше небоскреба в скалолазном костюме, в костюме скалолаза, а третий в этот момент сидит в здании напротив со снайперкой и прикрывает того, кто сползает по небоскребу. Соответственно, ты играешь за того, кто сползает по небоскребу, врываешься в помещение, забираешь человека, который тебе нужен, и тут появляется иконка того, что можно переместиться и поиграть, ну, переместиться в голову другого игрока. Ну, не в голову, конечно, за спину имею в виду, потому что... Ну, в общем, поиграть за другого игрока, я хотел сказать. И, соответственно, у вас есть выбор. Либо продолжать действие и смотреть на то, что происходит, как бы, в игре из глаз, и точнее, или за спины того персонажа, который спускался по небоскребу, либо переместиться того, кто сидит со снайперкой, и прикрывать того, кто только что взял заложника и спускался по небоскребу. Вот, то есть, вот настолько все круто. И еще третий прилетает на вертолете, и, соответственно, у вас получается потом выбор аж из трех персонажей. То есть, либо вы можете ускакать побыстрее на вертолете, либо вы можете вторым персонажем прикрывать тылы, либо тем, кто со снайперкой, прикрывать ну, соответственно, своих товарищей прикрывать и уничтожить тех, кто сидит в других вертолетах, преследующих ваш вертолет. То есть, вот настолько все круто сделано, что сейчас я как бы скептически свои мысли о том, что GTA 5 надо было пускать на следующем поколении консоли, я беру назад. Потому что на самом деле, вот казалось бы, такое маленькое нововведение, оно полностью меняет геймплей. То есть вы представляете, насколько реиграбельна будет игра? То есть GTA, она и так масштабна абсолютно, за ней можно сотни часов проводить. А тут еще и сюжетную кампанию можно будет проходить как минимум, ну, три раза, допустим. То есть вот настолько она бесшабашно будет и охрененно, я считаю. Ну и, естественно, будут новые машины они анонсировали, будет самый большой город в мире, то есть там будут как и городские части, так и лес и прочее. Ну, то есть, как допустим, как было это в Сан-Андреас. Ну, то есть, здесь будет только не целый штат будет, да, как Сан-Андреас, а только будет Лос-Сантос. Ну, я думаю, его хватит, потому что разработчики обещают нам самую большую карту вообще среди всех карт этого франчайза. И что самое интересное, впервые в серии у этой игры появится свой собственный саундтрек. То есть не только будут какие-то не только какая-то лицензированная музыка будет на радиостанциях играть, а вот именно что саундтрек, собственно, написанный именно конкретно для игры. Я думаю, вам пришлась по нраву такая инфа. А теперь приступаем к рутинным, собственно говоря, обсуждениям. Давайте начнем с того, что выходило из эксклюзивных видео на канале, из эксклюзивных оригинальных на канале. Собственно говоря, новые ретро-демо-шоу, которые появились 31 октября и 6 ноября. Почему 31 октября, а не 30 октября, объясню чуть позже. Ретро-демо-шоу вышли. Анбоксинг Assassin's Creed 3 Freedom Edition коллекционки появился тоже 1 ноября. Я думаю, что те, кто смотрит это видео, его уже посмотрели. Я пытался как можно оригинальнее его сделать, потому что сейчас этих анбоксингов просто до жопы. 5 ноября появилось видео-рецензия на FIFA 13.
Она коротенькая, маленькая, и, ну, я не знаю, почему вы не посмотрели, кто-то из вас. Советую глянуть, в принципе. Она достаточно неплоха получилась. И на этом все, в принципе, с эксклюзивным видео. Давайте поговорим о том, что появилось на этих двух неделях, пока, может быть, кто-нибудь отсутствовал, или пока, ну, или пока я все это выкладывал. 29 октября вместо привычного Borderlands по понедельникам я выложил прохождение DLC для игры Serious Sam 3, которая называется Jewel of the Nile, или Jewel of the Nile, не знаю, как правильно назвать ее, Nile или Nil, ну, в общем, жемчужина Нила в переводе на русский язык. Мы снова забрались с Рейджером и Енотом и пробежались по этому DLC. Оно не стоит покупки, оно стоит только просмотру, просто... Поэтому, если вы думаете, купить его или нет, я советую посмотреть вам одну из частей и понять, что покупать его не стоит. Завершил я выкладывать 30 октября Medal of Honor Warfighter. Последняя треть игры оказалась просто таки отстойной. Поэтому, ну, что я могу сказать? Ничего об этой игре. Просто игра... Хотя она достаточно неплоха в некоторых местах. Нет, даже надо не о игре говорить, а об этой трети. 31 октября, как я обещал, или не обещал, нет, обещал, начался хэллоуинский спешл. Но, к сожалению, я просрал дедлайн, и получилось так, что... ну, как бы, прохождение Infamous 2 Festival of Blood я залил вовремя, днем. А вот прохождение DLC к Sleeping Dogs, которое называется Nightmare in North Point, я залил уже в ночь с 31 октября на 1 ноября. Как и ретро-демо-шоу, которое предназначалось к Хэллоуину. В общем, просрал я дедлайны все и, в общем, тоже... я не помню, из-за чего я просрал, если честно. Неважно, в принципе, из-за чего я просрал все дедлайны, которые установил. Поэтому Nightmare in North Point я тоже вам советую посмотреть, не покупать, потому что там контента всего на час. И оно даже не стоит 7 баксов, которые за них просят. И 2 ноября я начал выкладывать прохождение Assassin's Creed 3. Судя по просмотрам, никому не понравилось то, что я эту игру обосрал. На самом деле она плоха. Она плоха относительно прошлых частей. Почему, я расскажу потом в отдельном видео. И я выкладывал 2, 3, 4 ноября. А 5 ноября я выложил... новые части Borderlands 2, как принято в любой понедельник, в принципе, кооперативный понедельник. 6 ноября я залил 2 видео с геймплеем игры The War Z. Это было просто ужасно, абсолютно. Эта игра не заслуживает вашего внимания вообще. Хотя нет, заслуживает, чтобы посмотреть, что ее покупать не стоит. Поэтому можете посмотреть ролики, а покупать ее не надо. Ну или подождать, пока выйдет в полная версия, и тогда, может быть, появится возможность зарентить сервер. И тогда можно будет вместе всей гурьбой большой поохотиться на зомби, ну или еще что-нибудь поделать. У меня есть некоторые идеи, для этой игры все-таки не зря я ее купил за 30 баксов. И пока что не разглашать не буду, но идеи, я считаю, интересные. Ну и... остаток недели, по сути, я выкладывал Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 я прохожу не как многие каналы. Я не бегу по сюжетным миссиям, потому что это глупо. Не на это игра рассчитана с открытым миром. Я уже 16 часов наиграл, но я прошел только примерно половину. Если вас интересуют какие-то эксклюзивные миссии, которые доступны в коллекционных изданиях, то вы их можете найти, зайдя в плейлист и тыкнув по тому видео, рядом с которым написано соответствующее примечание. Миссий эксклюзивных этой игры всего две. Нет, у этого издания, точнее, всего две. Это «Затерянные развалины Майя» и «Призрак войны». Первое — это просто побегушки по какой-то локации, паркур со стрёмным паркуром на 5 минут. А «Призрак войны» — это корабельные сражения. Кстати, корабельные сражения — это самое интересное, что есть в этой игре. Поэтому, если вы наткнулись на видео с ними... и вам не понравилось, то можете вообще никогда не покупать эту игру. А также еще будет Бенедикт Арнольд, миссия называется, которая Бенедикт Арнольд, но, к сожалению, я еще до нее не дошел. Но что будет дальше, мы с вами поговорим чуть позже. Ну и, в общем, все, что было на этих двух неделях. А теперь перейдем к тому, что будет на последующих.
Итак, а что будет на следующих двух неделях? Ну, естественно, окончание Assassin's Creed 3. Я попытаюсь побыстрее его закончить. Нет, ну, естественно, побыстрее в том смысле, что я пройду и побочки, и прочее. То есть, все буду постепенно завершать. Но там, где... Скорее всего, к концу я буду вырезать просто все унылые пробежки по локациям, которые и так неинтересны. Скорее всего, буду их вырезать. И постараюсь завершить ее. И после этого открывается целый простор. Хотя, нет, не простор не открывается. После этого начнется Call of Duty Black Ops 2 на Xbox 360. Я думаю, что я осилю эту игру за пару дней и выложу как можно быстрее прохождение. Хотя я думаю, что выкладывать ее сейчас просто не имеет смысла, потому что все в нее будут играть. И это как это было с Modern Warfare 3. Скорее всего, просмотры на ней будут набираться, и люди будут находить это прохождение уже после того, как оно будет залито, собственно говоря. То есть, примерно, там, через месяц-два. Это неважно. То же самое будет с Assassin's Creed 3. То есть, когда выйдет PC-версия, буквально, там, через пару дней, может, неделю, начнутся набираться на них просмотры и прочее. То есть, я так полагаю, просто люди не смотрят, потому что ждут игру. Они посмотрели начало и теперь ждут, когда выйдет игра. И, соответственно, потом продолжат просмотры или еще что-то типа того. Неважно. То есть, допустим, ну, как мне, допустим, некоторым людям нравится посмотреть, как прошел какое-то определенное место сложное, допустим, другой человек. То есть, допустим, не получилось у меня пройти какое-то место красиво. Я иду смотреть на YouTube, прошел ли это место красиво другой человек. Вот, допустим, поэтому смотрят люди, я думаю, какие-то определенные прохождения. Black Ops 2 я начну. Ну, естественно, где-то там, наверное, между Assassin's Creed 3 или Black Ops 2 будет мультиплеер и кооператив Assassin's Creed 3. Когда точно я вам не скажу. Я честно думал, что я за Assassin's Creed 3 управлюсь за неделю, но неделя прошла, а я до сих пор еще примерно только 50% кампании прошел, поэтому я ничего обещать не буду. Ну, то есть, может быть, еще неделю, допустим, я буду в нее играть. А может быть, быстрее. Точно вам не скажу. Ну, то есть, Black Ops 2 где-то стартует, наверное, в конце следующей недели, может быть, в начале, после следующей. То есть, примерно, так знаете, 17-19 ноября, где-то так. Если успею закончить Assassin's Creed 3. Также на этих двух неделях, как я сказал, кооператив и мультиплеер Assassin's Creed 3. Ну и мультиплеер Black Ops 2, кооператив Black Ops 2, зомби-кооператив, потому что там какой-то новый кооперативчик устроили. Treyarch переделали немножко зомби-мод, и теперь он сюжетный. Я буду проходить на Xbox 360, поэтому никаких рейджеров, енот, висп, анцеладов, лис и других людей, которые мне будут составлять компанию. Если вдруг у вас есть Black Ops 2 на Xbox 360, то вы можете мне написать после прохождения только основной кампании, когда я выложу финал основной кампании, написать в личку то, что вы хотите поиграть в зомби-мод этого режима. Если наберется 3 человека, то поиграем с вами в зомби-режим Black Ops 2. Да, я знаю то, что 20 ноября также выходит Hitman Absolution, но Hitman — это как бы не та игра, которую стоит показывать именно что в таком виде, в котором я люблю показывать игры. То есть эту игру, прохождение этой игры, чтобы его было интересно смотреть, нужно проходить не с первого раза. То есть сначала ты должен пройти игру, потом понять, что делать в каждой миссии, и только после этого записывать прохождение, соответственно, выкладывать уже красивые пробежки. Они затупые за ближайшим углом, где ты сидишь 5 минут. В общем, Hitman Absolution я трогать не буду, еще и по том причине, что я не прошел прошлые части, а без этого играть в пятую часть серии как-то не особо хочется, знаете. Ну и на этом все, в принципе, что выходит на этих двух неделях. То есть, когда завершится Assassin's Creed 3, когда завершится Black Ops 2, когда появится мультиплеер Assassin's Creed 3, когда появится кооператив Assassin's Creed 3, когда появится мультиплеер Black Ops 2 и кооператив Black Ops 2, у меня открывается целое пространство. Но я думаю, что, может быть, эти две недели как раз-таки будут заполнены вот этими прохождениями. То есть, Assassin's Creed 3, Black Ops 2, кооперативы, мультиплееры этих игр. Скорее всего, я растяну их на эти две недели. И после этого, может быть, в конце... следующей, в конце вот второй недели у меня появится свободное время, и я наконец-то вернусь к XCOM Enemy Unknown, Deus Ex Human Revolution и Final Fantasy 13. Ну то есть, не беспокойтесь, эти игры будут завершены стопудово, потому что в декабре и начале января ничего нового нету, поэтому будет много времени на то, чтобы, собственно говоря, их завершить.
Что выходит еще на этих двух неделях? Давайте подведем итого небольшого этого инфоблока. А также выходит, кроме Call of Duty Black Ops 2, также выходит Sonic and All-Stars Racing Transformed. Ну, вы сами понимаете, что это в это играть невозможно будет, и, скорее всего, это так для фанатов Соника игра делается. Disney Epic Mickey 2 The Power of Two. Прошлая игра была стрёмным отстоем, с неудобным управлением. Это всего лишь, наверное, то же самое, только для HD-консолей, просто как бы по цифре 2 сделано. 20 ноября, как сказал Hitman Absolution, выходит. 20 ноября еще Family Guy Back to the Multiverse. Это... игра, как я и говорил, наверное, уже когда-то там в одном из видео. Это игра по одному из сериалов, который мне нравится, но, к сожалению, игру делает студия трэшеделов, поэтому в нее надежды нет, и я ее пропускаю. Еще выходит эксклюзив PlayStation 3, PlayStation All-Stars Battle Royale, но так как, собственно, это... игра никакого особого интереса не представляет даже для обладателей PlayStation 3, я заговорился сейчас, я знаю, то, ну, смотреть ее точно никто не будет, поэтому зачем она нужна, тем более, когда есть непройденные Deus Ex Human Revolution, Final Fantasy 13, Borderlands 2, Diablo 3, War Z и прочее, что надо завершить давным-давно уже. И еще 30 ноября... 30 ноября это уже другие пироги. 23 ноября выходит PC-версия Assassin's Creed 3, если что. Если вы до сих пор не знаете. Вот и все, что будет на последующих двух неделях. То есть такой небольшой рекап. Assassin's Creed 3, Black Ops 2, мультиплеер, кооператив этих игр. Ну, если я успею завершить за эти две недели все это, я надеюсь, что успею завершить, то еще, может быть, будет дублик Medal of Honor Warfighter, а может не один. Я посмотрю, как вы реагируете. Если вы хотите еще посмотреть мультиплеера, то пишите еще. Если не хотите, то не смотрите. Я буду смотреть, в общем, я буду ориентироваться по просмотрам, по комментариям. И все на этом с инфоблоком. Он снова получился на полчаса, я знаю. И надо, наверное, с вами попрощаться на последующие две недели. Следите за каналом, скоро появится много всего интересного и не анонсированного. Естественно, появятся оригинальные эксклюзивные проекты. И декабрь, наверное, будет крутым. Просто по нескольким причинам, о которых я расскажу вам в следующем инфоблоке. Вот такой вот клиффхенгер, чтобы вы ни о чем не думали, кроме этих двух вещей, о которых я хотел сказать. На самом деле вы о них забудете, и вам на них абсолютно плевать. И поэтому я с вами прощаюсь. Плевать на это все, не на вас, не бойтесь, я буду плевать в монитор, потому что там моя аватарка сейчас стоит, я зачем это сказал, не знаю. Всего вам хорошего, то есть печенек, плюшек, пряников, жвачку Orbit White со вкусом арбуза и дыни. Ну, если вы ее жевать будете не больше 5 минут после еды, чтобы улучшить свой кислотно-щелочной баланс во рту. С вами был Эйлин, увидимся с вами в следующем видео прохождения, которое обязательно появится, также в следующих инфоблоках и других видео.
Ха-ха-ха!